Призвали на войну, значит, в декабре 41-го с Тюменского военкомата. Работал он тогда на фанерном комбинате. После ФЗУ, как закончил ФЗУ, воевал на Юго-Западном фронте под Брянском. Наступление шли, значит, на лыжах. Ну, раз он в пехоте был стрелком, на лыжах в основном передвигались. Была зима, очень было холодно. Вот, говорит, я очень боялся отстать от всех своих, как бы. Потому что если вот шапка развязалась, холодно завязать, уже не останавливаешься, потому что все убегут. Где потом, как искать, догонять. Повоевал-то он недолго, 3 месяца там. Потом его тяжело ранило. В правую руку, в локтевой сустав. Тяжелое ранение было. И так все по госпиталям сначала он, значит, был. Потом списали его, как бы. Отправили на Пермский завод. От папы всегда пахло деревом, когда он приходил домой, опилками, как бы стружкой всегда. Вот такой запах хороший всегда был. Дома он вот этим занимался. Раньше же не было ни у кого ни мебели, ничего. Тубаретки. Дома у нас все было сделано папиной рукой. Тубаретки, буфет, значит, книжный шкаф, столы все были сделаны. И так вот сейчас все еще живу. Сейчас дочь моя вот живет в его доме. Буфет стоит, там табуреточки, все, он говорит, ничего бросать не буду. Он всегда ждет 9 мая, всегда это праздник у него, что и каждый год он ходит. Вот сначала он все сам ходил, даже никогда машину не присылали за ним, всегда отказывался. Он жил недалеко, как бы, от этого, от площади-то, где на митинг собирается. Вот. Но сейчас 3 года мы его возим, но все равно он собирается, хоть и как похуже здоровье, все равно одеваемся потеплее. И всегда он такой приподнятый приходит 9 мая. Я вот в школе училась, и я сейчас вспоминаю, у нас в школе, значит, был такой список вывешен, прямо вот от потолка и до пола, и все люди, значит, ну, кто хорошо трудился на производстве, передовики, под крупным шрифтом так были фамилии. И так интересно же, прибежишь на перемене, вот такие буквы там, значит, и папину фамилию посмотришь. Девчонкам же показываешь, как. Вот я помню, что это было очень редко. Хорошо, интересно. Как. Ну, гордилась, конечно, а как. Не у всех же папы такие.